Здравствуйте, дорогие мои зрители и подписчики! С вами Людмила Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я хочу вам рассказать о своих любимых блогерах. Некоторых из них вы наверняка знаете, некоторых можете не знать. Но я надеюсь, посмотрев видео, вы их тоже полюбите так, как и я. Первый блогер, о котором я хочу рассказать, это Катя Клэп. Я наткнулась на нее совершенно случайно и с тех пор смотрю каждое ее новое видео. Сейчас видео выходит не так часто, как бы хотелось. Она очень красивая, с хорошо поставленной речью, с тонким юмором. Она рассказывает о своей жизни, встречается с другими блогерами, очень активная. Каждое ее видео я смотрю от начала и до конца на одном дыхании. Просто чудо, а не девочка. Следующий блогер – это Валентина Валентина. Валентина – необычная девушка. На 1000 девушек одна такая Валентина. Моторчик какой-то, а не девочка. Занимается секонд-хендом, различными переделками одежды. Очень добрый и светлый человек. Любит животных. Живет в Мариуполе. Следующий блогер – это Селена Свей. На ее канал я тоже зашла случайно, когда Селена была еще беременна. Она очень талантлива, красива, пишет и исполняет песни. За это время у нее уже родился сынуля. Мальчик растет на наших глазах. Очень сильно похож на маму. Смотрю также каждое ее видео от начала и до конца. Начала смотреть ее видео, когда на канале было еще 50 тысяч подписчиков. Теперь на ее канале уже больше 100 подписчиков. Следующий блогер – это Конаден. Это информационный канал. Денис ведет школу Ютуба, делится с нами новостями и изменениями на Ютубе. Приятный молодой человек, с прекрасной улыбкой, ведет стримы, своими советами помогает продвигаться на канале. Следующий блогер – это Ирина Дрим. Жизнерадостная девочка. Она повторяет фото блогеров. По моему мнению, лучше, чем она, это не делает никто. С такой точностью, скрупулезностью. Смотрю ее с удовольствием. И всегда с нетерпением жду следующих видео. Это были все те каналы, о которых я хотела рассказать. Надеюсь, что они вам понравятся так же сильно, как и мне. Спасибо за то, что посмотрели видео, и до встречи в следующих роликах. Не забывайте подписываться на канал.